Здорово! На этот раз я бы хотел рассказать о Dark Souls 3. Но есть одна загвоздка. О ней и нечего особо рассказывать. В игре нету особо сложных вещей и механик. Есть перекаты для уворота от атак, разнообразные враги с уникальными атаками, вещи, упадающие как из врагов, так и из боссов, ну и из сундуков, и души, на которые себя можно прокачать, да вещей купить. Выпадают они тоже из врагов и боссов. Ну и самое главное, много видов уникального оружия. И все. Вся игра — это беготня с одного босса к другому боссу через огромные локации с кучей секреток. Единственное, что может вам помешать, это сложность игры, но вы со временем привыкнете. Ну и еще игра сделана для любителей игр посложнее, учтите это. Ну, на этом все. Обзор получился максимально коротким, чему я очень рад, поэтому пока, бро.